Всем привет! Как меня слышно? Мы начинаем тренировку с намерением. Изначально планировали на YouTube-канале делать, но на YouTube-канале не сложилось, не получилось, поэтому решили делать здесь. Так, супер, слышно, отлично. Так, супер. Сегодня наше намерение, наши тренировки – это эффективное использование потенциала. Все готовы заниматься? Уже скоро буду начинать. Хочу повторить, что если у кого-то есть травмы, то, пожалуйста, не делайте тренировку, потому что это тренировка только для тех, у кого нет никаких проблем со здоровьем. Я не травматолог, не специалист по этим вопросам, поэтому лучше перестраховаться и не делать упражнения, если есть какие-то проблемы. Вот. Так, у нас сейчас есть основное намерение – это эффективное использование потенциала. И перед сетом упражнений я буду говорить еще свои такие подкатегории под это намерение. Если у вас есть какое-то желание высказать свое намерение, то пишите его в чат или для себя просто высказывайте. Но важный момент, что намерение должно быть обязательно связано с внутренней работой над собой, с внутренним совершенствованием и не связано с будущим. То есть мы находимся здесь и сейчас и работаем здесь и сейчас. Так. Хорошо, сейчас будет разминка. Во время разминки мы проработаем все мышцы тела, активируем все процессы, руки – способности, ноги – судьба, пресс – состояние здесь и сейчас, спина – прошлое. Я думаю, можно начинать. У меня будет стоять таймер, я буду говорить, сколько по времени. Каждое упражнение, я думаю, примерно секунд по 30 будем делать. Сейчас разогрев. Разогрев, будем прорабатывать руки и ноги. Встаем, ноги на ширине плеч, носки развернуты от себя, если хотим давать нагрузку на ягодицы, если хотим на часть бедра давать нагрузку, то носки должны быть прямо повернуты. Я буду делать так. Приседаем, руки наверху и делаем раз, два. Встаем и поджимаем, напрягаем ягодицы. Раз. Два. Будем делать 30 секунд. Я включаю таймер. Поехали. Раз. Раз. Два. Встаем. Раз. Два. Встаем. Когда встаем, делаем выдох. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Еще 10 секунд. Раз, два. Раз, два. Вдох. Раз, два. Выдох. Так, идем дальше. Следующее упражнение. Следующее упражнение. Я хочу немножко прыжков, немножко активировать судьбу здесь и сейчас. Когда мы начинаем делать прыжки, начинает работать сердце, и очень тяжело остановиться, делать упражнения, сразу появляется заряд. Поэтому я всегда на разминках стараюсь делать прыжки. Ноги ставим носками направо, руки налево, вот так. И начинаем прыгать. Начинаем прыгать, руки проводим направо, а ноги, наоборот, налево. Вот так это выглядит.
Поехали, 30 секунд. Раз. Есть. 20 секунд есть. Еще 10 секунд. 3, 2, 1. Фух, уже не хочется останавливаться, хочется уже продолжать что-то делать. Поэтому давайте сразу приступим. Следующему упражнению я буду на некоторые упражнения давать менее сложные и чуть более сложные. И можете выбирать, что вам более комфортно делать. Это у нас сейчас разминка, напоминаю. Смотрите, более сложное упражнение, мое любимое, очень хорошо прорабатывает пресс. Несмотря на то, что сейчас будет подъем ног, будет прорабатываться пресс. Держим спину ровно, руки по швам. И делаем махи ногой. Те, кто не может это делать по какой-то причине, можно просто облегченные удары вперед. Когда мы делаем удар вперед, представьте, что мы действительно что-то бьем, поэтому корпус тоже выходит вперед. Поехали. Сейчас 30 секунд. Делаем махи или удары вперед. Чувствую, что я прям размялась. Так, ну это была разминка. Я думаю сделать сейчас быстро все упражнения, буквально по 10 раз вот эти 3 упражнения повторить, чтобы закрепить разминку. И приступим к упражнениям. Звук слышно все? Все, поехали. Еще раз повторяем каждое упражнение по 10 раз. Быстренько. Первые у нас были приседания, носки, вдыхаем, когда внизу, выдыхаем, когда сверху. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, последний раз, 10. И всегда помню, что когда я делаю упражнения для более эффективного, для большего эффекта, лучше сжимать мышцы, пресс напрягать, пресса, попы, чего можете сжимать во время упражнений. Давайте к следующему упражнению. Это у нас были прыжки для талии. Так, поехали. Давайте, 20 секунд. 10 секунд есть. 15 секунд есть. 16. 3, 2, 1. Закончили. Давайте еще быстренько. Быстренько удары, вращение ногами. И перейдем уже к упражнению. Еще раз напоминаю. Удары. Корпус вперед. Руками можно себе помогать.
Давайте, 20 секунд. Удары или вращение ногами? Вращение ногами очень хорошо дает напряжение вот сюда, на пресс, на здесь, сейчас. Десять секунд есть. 20 секунд есть. Фух. Теперь нужно сделать глоток воды. Хотя я не пью, когда тренируюсь. Но когда говоришь, намного тяжелее не пить. Поэтому сейчас пару глотков воды и переходим к первому сету упражнений. Мы будем прокачивать способность быстро переключаться и действовать. По себе знаю, что быстро переключаться, что можно понять, что не получается быстро переключаться, когда происходит залипание. Залипание в какие-то действия или в каких-то людей. Но когда мы куда-то залипаем, у нас теряется как будто бы ощущение себя и вообще связь с самим собой. И от этого начинаются переживания, неуверенность, тяжело принимать решения. Поэтому быстро переключаться значит слушать свои ощущения. А это значит быть здесь и сейчас, здесь и сейчас. Ну и действие — это часть решительности и наших способностей. Поэтому сейчас будут задействованы руки, способности, и здесь, сейчас пресс. Фух. Так, ну что, поехали. Первое упражнение будет такое, более легкое. Хотя я буду сейчас давать варианты. Кто хочет, может более тяжелое делать, кто хочет более легкое. Планки стоя. Стоим даже просто ровно. Идем руками вниз. Раз, два, три, четыре. Четыре шага. Потом, кто хочет усложнения, берем правую ногу, коленку правой ноги и к локтю ведем. Раз. Теперь левую ногу к левой, к левому локтю. Два. И идем обратно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кому тяжело с ногами, просто идем обратно вверх. Раз, два, три, четыре. Лучше делать все динамично. Не останавливаться. Сейчас я ставлю таймер 30 секунд. 30-40 секунд. Поехали. Раз, два, три, четыре. Правая нога, левая нога. Раз, два, три, четыре. Это был раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я делаю выдох, когда я коленку к локтю. Тридцать секунд, еще 10 секунд, давайте. Два, три, четыре. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Когда идем наверх, я это не сказала сразу, но лучше зажимать пресс и попу. То есть мы наверх встаем и вот просто сжимаем мышцы. И еще последний раз, давайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Есть. Сейчас у нас будет еще один подход, и будем еще раз повторять это упражнение. Делаем еще одно упражнение тоже на способности и на здесь, сейчас. Значит, руки и пресс. Встаем опять в планку на руках, на вытянутых руках. Ноги немного подгибаем, но не 90 градусов, то есть они у нас не вот так, они буквально немножко согнуты. Вот где-то около 120 градусов. И выпрямляем ноги. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
усложняющий элемент – это поднятие рук. Кто хочет, может его добавить. Это будет выглядеть вот так. Раз, два, три, четыре. Правая рука, левая рука. Раз, два, три, четыре. Правая рука, левая рука. Сейчас я ставлю таймер и поехали. Кто-то делает без рук, кто-то с руками. Я обычно всегда делаю посложнее, но тут в связи с тем, что мне нужно говорить, я буду делать без рук. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре. Раз, три, четыре. Раз, три, четыре. 15 секунд уже есть. Делаем 40 секунд. Важный элемент, забыла сказать, что когда мы проговариваем намерение, мы о нем забываем, мы о нем больше не думаем. Хотя мне кажется, что когда мы выполняем такие сложные упражнения, про намерение просто невозможно вообще о чем-либо думать, потому что ты делаешь упражнение, тебе сложно. Пьем водичку. Это было два упражнения. Сейчас сделаем, наверное, еще один круг, менее интенсивный, и перейдем к следующей субкатегории намерения, где мы сделаем уже акцент на ноги, на ноги. Фух. Так. Ну что, поехали. Второй круг сделаем. Так, напоминаю, первое было упражнение, когда мы руками шагали вперед, и мы либо коленкой к локтю, либо без этого. Ставлю таймер 20 секунд. Ну вот, желательно 10 раз сделать. Давайте уложимся в 20 секунд. Лучше сделать динамично, без остановок. А если не получается делать, вообще нет сил, советую просто стоять в планке. Потому что это хотя бы лучше, чем ничего. Все равно нагрузка хорошая в планке. Ну что, поехали. Раз, два, три, четыре. Правая нога, левая нога. Раз, два, три, четыре. Встаем и зажимаем. Зажимаемся кверху. Напоминаю, сейчас мы прорабатываем здесь, сейчас и наши способности. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. 30 секунд уже. Три, четыре. Делаем еще. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Лучше сейчас не халтурить, потом себе спасибо скажете. Раз, два, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. И последний раз давайте. Последний раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, четыре. Сжимаем. Так, таймер останавливаем. Поехали, второе повторяем. Желательно в сетах делать минимальную паузу, а уже после там сета двух упражнений или трех уже давать себе минутку-две передохнуть. Так что поехали сразу. Второе упражнение повторим и перейдем к ногам. Так, второе упражнение у нас было, напоминаю, планка
на прямых руках. Немного погибаем ноги. И идем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. Два, три, четыре. Поехали. 20 секунд уже. Еще надо 15 как минимум. Так, 35 секунд. Давайте до 40. 2, 3, 2, 1. Фух. Теперь можно попить воды. Я уже вся готовая. Для этого нужно с собой полотенце брать на тренировки. Так. Сейчас глоточек воды. Так, дальше мы переходим к ногам. Ноги — это, как известно, судьба. А наша судьба меняется вместе с нашим мышлением. Наше мышление развивается и расширяется только когда мы избавляемся от категоричности и от понятия «хорошо-плохо». Поэтому я предлагаю сделать упражнение на ноги. Получается, повлиять на наше мышление и избавиться, точнее, как сказать, сформулировать через позитив, не избавиться от негатива, а получается, избавиться от понятия «хорошо-плохо». Так, давайте. На ноги сейчас будет упражнение. Я опять буду давать более тяжелый и более легкий вариант. Я все-таки настаиваю, чтобы вы пробовали тяжелый, и потом, если уже тяжело совсем, то переходили к легкому, а не сразу легкий. Так что объясняю. Всем, у кого болят колени, вот этот выпад назад, это щадящий выпад, от него не должны болеть колени. Делаем выпад назад. И наверх идем. Наверх всегда выдыхаем. Идем вниз. Вдох через нос обязательно. Это более легкая версия упражнения. Более тяжелая. Это будет, когда мы снизу, наверх идем с прыжком. Руками вы можете помочь себе оттолкнуться. То есть вы снизу, у вас руки сверху, и вы как бы помогаете себе подпрыгнуть. Так что поехали. Поехали, советую пробовать с прыжком сначала. Делаем 40 секунд. Нет, давайте так. 30 секунд на одну ногу и 30 секунд на другую сразу. Поехали. Вдох, выдох, выдох, уже 13 секунд, выдох, выдох, двадцать пять секунд, 4, 3, 2, 1, другая нога. Поехали. Раз, два, три, четыре. Прыгаем не сильно, буквально чуть-чуть. Отталкиваемся от земли. Не забываем, вспоминаем про дыхание. Так, три. Два, один. Фух. Классно, да? Ой. У меня после спорта всегда заряд.
Итак, теперь у нас следующее упражнение. И напоминаю, сейчас будет еще одно упражнение, а потом по кругу будем делать. Еще одно упражнение, будут задействованы немножко руки и ноги. И даже пресс. Сейчас даю, как всегда, легкую и более сложную версию. А вы как там держитесь? Потеть классно, я люблю потеть на тренировках. Не вспотела, не потренировалась. Так, поехали. Опять начинаем с планки в прямых руках. Более легкая версия. В планке в прямых руках стоим. Теперь подпрыгиваем. Положение сидя, руки вперед. Потом идем обратно. И обратно вверх. Вот так вот. Более сложная версия. Показываю. Из положения сидя вниз. Теперь ногами делаем 4 прыжка. Раз, два, три, 4. Это задействуется пресс в этот момент. И опять наверх. Это кто хочет более сложную версию, после того, как мы в положении сидя, возвращаемся и делаем 4 прыжка. 3, 4. Вот так вот. Кто хочет без прыжков, давайте без прыжков. Ставлю таймер. 30-40 секунд. Поехали. Вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Давайте с прыжками. Семь. Восемь. 9. Уже 40 секунд. Еще буквально 2 раза. Раз, 4. Вверх. 1 раз. Раз, 4. Вверх. Теперь можно выпить воды. И еще раз повторим эти 2 упражнения. Потом можем по желанию еще сделать 2 на пресс. Если у кого-то еще можно еще прыжок добавить в конце. Можно все что угодно. Напоминаю, что сейчас мы прорабатывали позитивное мышление и убирали у себя категоричность. Это значит, что мы меняли свою судьбу. Фух. Так, пьем воду. И еще один сет. А может, все упражнения еще раз сначала повторить? Когда вот так долго занимаешься, для меня идеально еще потом пойти пробежаться. Потому что организм уже такой заведенный, и, ну, реально можно бесконечно. Если, кстати, правильно дышать во время упражнений, мне кажется, можно выполнять реально бесконечно. Фух. Фух. Ну что? Все. 6 упражнений. 6 упражнений по кругу. Ну что, поехали еще раз. Еще раз делаем на ноги. Позитивное мышление. Меняем судьбу. Музыки не хватает.
Так, ставлю таймер. По 30 секунд на ногу. Вперед. В этот раз во втором подход, кто устал, можно более легкую версию. Без прыжка. Советую представлять, что мы что-то тянем. Что-то тянем сверху вниз. То есть мы напрягаем руки. Когда мы идем вниз, руки напрягаются. И наверх выдох. Так, 20 секунд, 25. Все, делаем следующую ногу. Раз, два, три, четыре, пять. Лучше очень громко выдыхать. Не знаю почему, но всегда лучше делать отчетливый выдох. Так, еще три раза. Раз, два, три. Так, что там дальше? Так, дальше у нас... Дальше у нас была планка и прыжок в приседание. Могу вам сказать, что разговаривать во время тренировки намного сложнее, чем кажется. Так, хорошо. Идем, желательно без остановки. Поэтому давайте сразу. Сразу, 40 секунд. Давайте вперед. Раз, два. Четыре, пять, шесть, семь. Давайте с прыжками. Восемь, раз, два, три, четыре, девять. С прыжками. Раз, два, три, четыре, десять. Еще один раз. Мне под конец тренировок кажется, что у меня какая-то суперсила появляется. Фух. Ну что, еще два упражнения на пресс. Акцент на здесь и сейчас. Делаем. Напишите еще два упражнения на пресс. Да или нет? Да, это, кстати, очень хорошее жиросжигающее. Практически кардио. Фух. Так. На пресс. Да? Да. А, на пресс. Фух. Так. Фух. Давайте тогда закрепим способность переключаться. Это все-таки связано здесь сейчас. А здесь сейчас пресс. Делаем два упражнения, совсем несложных. Одно будет без модификации, другое с модификацией, кому будет хотеться. Ноги перед собой. Руки в замочек. Левая нога вниз, замочек направо. Желательно прилагать усилия. Не просто его сюда, а вот так. Делаем вдох, тогда находимся справа, через нос. Идем влево и выдыхаем через рот, сильно.
делаем таким образом, делаем, давайте, 30 секунд. 30 секунд. Поехали, ставим время. Поехали. Вдыхаем и поехали. Остановки в сетах я не люблю делать, поэтому давайте сразу следующее. Смотрите, более легкая версия. Ноги несем наверх. Раз, два. И медленно вниз. Раз, останавливаемся. Два, медленно вниз. Раз, два, медленно вниз. Это облегченная версия. Более сложная версия для тех, кто чувствует, что еще есть силы, вот такая. Руки к ногам, ноги поднимаем. Вот сбоку. Так это выглядит. Руки разводим, ноги опускаем вниз. Опять же, выдох наверху. Идем вниз. Вдох. Выдох. Вот это мое любимое на пресс, это вообще мое любимое упражнение. Поехали, без остановки. Кто более легкую, кто более сложную версию. Я люблю все-таки более сложную, поэтому поехали. 30 секунд без остановки. Выдыхаем. Выдыхаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 секунд, 9, 10, 11, 12, 13, 25 секунд, 14, 16, 15, 16, 17, 18, 35 секунд. Теперь глоток воды и повторяем быстро еще раз сет этот на пресс. Я вам говорю, завтра будете чувствовать пресс. Я после этого упражнения всегда чувствую крепатуру. Ну, не знаю, мне крепатура — это очень приятное чувство. Сразу есть ощущение, что я сделала что-то полезное для себя, для своего тела. А еще когда я с намерением, то вообще супер. Так что сейчас пару глотков воды, пару секунд и еще раз проработаем здесь и сейчас. И напоминаю, намерение сегодня эффективное использование своего потенциала. Мы о намерении не думаем, мы его только проговариваем. Но мне кажется, с такими упражнениями вы явно не думаете постоянно про намерение. Я просто проговариваю еще раз, чтобы мы понимали, над чем работаем. Вот так вот. Ну что, готовы? Поехали еще раз посоветовать. Да, крепатура как знак хорошей трени. Согласна, все. Поехали еще раз сет. И уже будем подходить к концу тренировки. Еще раз по 30 секунд. И то, и то упражнение. А давайте вообще без остановки. Я вот как начну делать одно, и сразу же перейду в другое. Получится минута без остановки пресса. Все, поехали. Первое упражнение у нас было с ногами. Нога лево вниз. Замочек направо. Представьте, что вы что-то тяжелое переставляете, когда в сторону идете. И вдыхаем. И поехали. Секунд. 26, 27, 28.
29, 30. Переходим сразу же в другое. Выдох наверх. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25 секунд, 12, еще 3 раза, 14, 15, 16, еще один раз, 17. Остаемся в таком положении, держим планку на пресс. Очень крутая штука, планка на пресс. Ноги вытянуты, руки тянутся коленком. Вот сейчас, в данный момент, пресс должен очень сильно жечь, если вы все делаете правильно. Пять, четыре, три, два, один. Не знаю, как у вас, у меня ощущения классные. Фух. Так, сохраните эфир. Фух. Ну что, предлагаю буквально пару упражнений на растяжку. Чуть-чуть рук, чуть-чуть рук. Чуть-чуть рук, чуть-чуть ног. Буквально два упражнения, чтобы вообще желательно после каждой тренировки делать растяжку. Не всегда я делаю. Ну, буквально вот пару упражнений. Давайте сделаем. У нас как раз было много на руки. Давайте так, растяжка сегодня у нас будет. Многовариантность. Мы как бы растягиваем. Принимаем разные варианты. Ой, я надеюсь, вам зашло так же, как и мне. У меня вообще первый эфир, где я онлайн делаю, и ну, я не понимала, как пройдет тренировка, но мне прям... Я когда делаю упражнения, вообще становлюсь другим человеком абсолютно. Давайте на ноги. Вот так вот. Нога одна. Левая нога согнута, вторая сзади. Чем-то на йогу похоже упражнение. Сейчас заворачиваю ногу. И ложусь. Лежу буквально несколько секунд. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вы должны чувствовать, как тянется тут бедро, внутри бедро, сзади все тянется в этот момент. Сейчас поменяю ногу. Лучше, конечно, с ковриком делать. Ну, ничего. Вверх и сюда. Сейчас тянется вот здесь у меня. А вообще слушайте свое тело. Делайте упражнения, если чувствуете, что что-то не то. Лучше, конечно, не делать. Потому что бывает чуть-чуть не под тем углом. Чуть-чуть что-то не так делаешь, идет нагрузка на суставы, например, еще куда-нибудь. Поэтому важно прислушаться к своему телу. Так, вниз. 7, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, стою. Я люблю еще очень так вниз ногам тянуться. Сразу сзади все тянется, мышца сзади. И на вдохе наверх. Выдох наверху. О, ну что?
Мне очень понравилось. Спасибо всем, кто пришли. Для меня вообще нереальный опыт. И когда все вместе делаем, мне кажется, даже больше заряжает, потому что когда все-таки сама, иногда что-то какая-то халтура появляется, когда вместе больше мотивации. Так что я надеюсь, что увидимся еще в четверг. Я, скорее всего, в четверг еще проведу тренировку. Пишите в комментариях свои пожелания. Может быть, на чем-то сделать акцент, предложение. Посмотрим, почитаем. Спасибо большое всем. Все было классно. Я желаю вам такого же энергичного настроя, как у меня сейчас, на завтрашний день вам. Так что все, бай-бай, я пойду.